В лесу родилась елочка, с Новым годом вас всех! Что мне подарили на Новый год уже? Ага, у нас новогодний обмен с девчонками-блогерами, с мамочками-блогерами, так что внизу под видео я оставлю вам ссылки, кому подарила я, кто подарил мне. Вот такой вот здоровенный пакет. Давайте посмотрим, как это все красиво упаковано. И я ведь даже не знаю, от кого это. Большой-большой секрет. Вот такая красотища у меня здесь. В этом году и я тоже завернула все очень красиво. Здесь тут на другой стороне, на другую сторону не показала. Тут смотрите уже. Угадайте, что делает кот? Котик, перестань копать. А почему не написано от кого? Привет семье Шейнах, с наступающим вас Новым годом. Здесь собраны презентики по мелочи, именно для совместного времяпрепровождения. И кое-что, что, на мой скромный взгляд, вас должно позабавить. Ваш анонимный Санта-Фея, Дед Мороз. И здесь еще прочесть после вскрытия подарков. Так что это я оставляю. Ну, в общем, упаковано здесь просто вообще клево, конечно. Ленточки, я с вами справилась. Посмотрите, какая красота. Давайте уже первое, что нам попалось вот здесь вот, это Fit Cookies. Это, они здесь запакованы, это печеньки. Фитнес-печенье. Пряничный домик.рф. Это батончик из орехов и сухофруктов, клюква марка София. Ну все прям хорошо в этом батончике. Мармелад полезный, со вкусом ананаса, без сахара, органик, без ГМО. Называется I Love New York. Круто-круто. Ну, упаковка, конечно, выше всяких похвал. О, это ароматная штука. Лилия и лотос. Это ароматизатор саше. Такой вот. А я не показала мармелад. Как круто. Пластилин для Соньки. Домашние животные. Для самых маленьких 2+. Для игр занятий это тетрадь прям целая. Кошки-козочки, прикольно. Я прям уже знаю, что Соне это правда очень понравится. И да, здесь есть наклейки. Секреты пластилина. Я поняла. Как правильно что-нибудь лепить. С самого начала. Ну и, конечно, баранки. Ой, какая прелесть. Смотрите, какое чудо. Здесь даже глазки есть, они наклеены. Я прямо купаюсь в подарках. Прямо купаюсь. Боже, как это вкусно. Пряники, кондитерское вкусного настроения, это же ручная работа, это же вы посмотрите, какая прелесть, пряники, и там еще что-то, о, их надо разрисовывать, боже ты мой, какая прелесть, о, тут уже приготовленная смесь для разрисовывания пряников, и что, как они пахнут. Я хочу их съесть. Я так люблю такие вещи, поэтому вот вам, если вдруг интересно. И здесь осталось что-то такое самое большое. На ощупь как рамка какая-то. Вот там и есть рамка. Я не могу. Я уже вижу. Господи ты, боже мой. Я просто в шоке. Это как? Это сама? Это сама? Это ты сама? Это рисунок на холсте. Я не знаю, я не верю. Я не верю просто, что это вообще. Тут ведь еще кошечки, смотрите. Кисы. Открываем? Блин, я горе упаковщик. Потому картинку никак не зафиксировала и пленку со стекла не убирала. Огромное тебе спасибо, огромного счастья в новом году и всем твоим окружающим, и всей твоей семье. Я люблю вас, целую. И я поздравляю всех с новым 2017 годом. Пускай этот год принесет вам только положительные радости, положительные эмоции. В общем, всех вас люблю, целую, обожаю. И спасибо, что вы со мной. Я вас действительно очень люблю, очень ценю. Добра вам, добра! Долетела? Вот вам еще. Пока!